Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Конор, и мы начинаем играть в Майнкрафт с модом Assassin's Craft. Заходим в одиночную игру, удаляем этот мир, я просто смотрел, что здесь есть. Так, и создаем новый выживание, настройки мира. Так... бонусный сундук ставим и создаем мир. Ждем, пока сгенерируется мир. Извиняюсь, что лаги, но ничего не поделаешь. Так, и где я есть? Ладно, не важно. Житель-турист. Что у него есть? Угу. Ну ладно. У нас ничего нету. И мы идем. Так. Посмотрим этот крафты. А здесь нет крафтов. В чем, собственно, заключается мод? Мы должны здесь выживать, добывать ресурсы, еду, ну, впрочем, все как в обычном Майнкрафте. Чтобы перейти в мир ассасинов, нам нужно взять анимус. Анимус здесь скрафтить нельзя. Я пробовал, я смотрел, нельзя скрафтить анимус. Так что я не думаю, что вы сильно разозлитесь, если я возьму его из админки. Ой, не то. Что-то не то написал. Блин. А, мы же отключили. Ладно, будем выживать так. Умение читерить у нас отключено. Так что у нас полный хардкор. Сгенерировались мы не очень удачно, но ничего не поделаешь, что есть, то есть. Так, сейчас проплывем куда-нибудь вглубь, хотя добудем дерево здесь. Ауч. Так. Где же здесь залезть-то можно? Ой, куда я упал? Так. Может, здесь? Опа. Оп, оп. О, отлично. Сейчас нарубим немножко
деревца джунглевого. Так, рубим, 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 рубим. Рукой, конечно, не очень быстро, но ладно. Что есть, то есть. Сейчас буквально одну секундочку. Продолжаем. Выпрыгнем повыше и срубим все дерево. Так, чтобы долго сильно не рубить, я думаю, ой, не то сделал. Я сделаю, пожалуй, верстак и деревянный топор. Крафтим топор. Есть. Забираем верстак. И рубим дальше дерево. Можем вылезти повыше. Что топор деревянный тоже рубит долго. Какие-то деревяшки быстро, какие-то долго. Стоп. Ладно. Опс. Здесь что, работает мод вот этот? Не работает. Странно. Очень странно. Я имею в виду мод, то, что срубаешь одну внизу, и рубятся все. Так. Сберемся повыше. Блин, а я стою тут, блин, рублю. Можно было срубить и так. Только спустимся и сделаем уже прыжок веры. О, нормально. Пойдет. Все-таки Assassin's Creed. Так что здесь прыжков веры будет уйма и больше. Сделаем топор поцелей. Честно, ребят, я не знал, что здесь стоит такой мод. Блин, ладно. Надо каменный топор для таких дел. Вот этого я что-то не учёл. Ну, ладно. Думаю, вы меня простите. Так, сейчас сделаем кирку. И спускаемся, нарубим немного камней. Для
кирки, ну, для вообще, для вещей всяких. Так, уже вечер. Там, блин, еще не то скрафтил. Мне все надо заканчивать и ложиться спать. Не то крафчу, уже темнеет. Так, все, быстро вот эти булыжники срубаем. Еще рубим дерево и строим себе домик. Так, отлично. А не, стоп. 8 штучек это на печку. Так, теперь на инструменты нарубим. Так, думаю, хватит нам. Так, все, сейчас по-быстрому работаем. Так, делаем, так. Два каменных топора срубаем, верстак. Срубаем это дерево. Так. Кровати у меня нет. Овец я здесь не нашел. Придется нам ночью путешествовать. Ладно. Ставим опять верстак, делаем два меча. Хотя одного хватит. И выдвигаемся. Надеюсь, нас не убьют. Потому что ждать ночь в темноте — это очень плохо. Так, сделаем так. Я не люблю на темном играть. Я понимаю, конечно, хардкор. Яйца, яйца. Здесь на самом деле модов больше, чем я думал. Ну, ладно. Будем распознавать его вместе теперь дальше. Так. Срубим это дерево. Есть какао-бобы, отлично. Так, курица, ты пойдешь мне на обед. А ну стой. Так. Ты тоже курица. Я тобой покушаю на следующее утро. Позавтракаю этой курицей. А пока съедим яблочко. Срубим тростника. Отлично. Продолжаем путь. Точнее. Чё, цифра тростника мигает? Ладно, неважно. Сейчас на... Твою ж мать, тут еще с криперами мод. Охренеть. Криперёныш, мать твою, иди сюда. Шел, я сказал. Шел отсюда. Ну, взорвись ты, ебаный. Альманах. Ох ты, ёпты. Стоп, или мне кажется, или это я перепутал мод. Блин. Если я перепутал мод, я извиняюсь, я в названии укажу. Настоящее название, я просто переустанавливал моды. И намудрил немного, наверное. Да, это действительно другой мод.
Блин, как же он называется? Я не помню. Я хотел его после Assassin's Craft. Ну ладно, придется перед. Так что Assassin's Craft еще не скоро. Начинается хардкор. Что там за хрень такая? Твою мать! Какого хрена? Ё-моё, это ж твою мать. Нет, говно. Я не пойду туда. Это здесь зомби видов 15. Твою мать, почему я не сделал дом? Охренеть. Не факт, что я доживу до следующего дня. Охренеть, там криперов. Зомбарь стоит, твою мать. А, вот видите, я говорил про виды зомби. Видите, у обычных зомбаков руки вперед, а у того глаза херабрина, и он исчез. Твою мать. А. Я буду здесь ссаться. Нет, говно. Прямо с овцами. А, все, он исчез. Нормально. Так, это тут зомбак новый. Человек-зомби. Полузомби, точнее. Охренеть, он уже друга позвал и кольчугу на него надел. Ах, твою мать, какого ты хрена здесь появился? Ебачачка, ну. Ёпта, да пошел ты нахрен, урод. Пошел нафиг. Охренеть, еще крипер. Да пошли вы все в жопу. Мудаки ебучие. Ах ты уёбок. Да это, кстати, зомби. Бегает, блять, сука. Уёбок. Пошел нахуй. Нахуй пошел. Я сказал, пошел нахуй. Да нахуй, сука. Нахуй. На тебе, гнида, блять. Нахуй иди, блять. Умри. Умри, блять. Умри, ёбаный. Мудак. Мудак. Умри. Умри, мать твою. Сука. Козел. Умер. У меня одна шерсть. Что, возвращаемся. Мне еще крипер успел долбануть. Охренеть. Не, ребят, так дело не пойдет. Так, курица, мать твою, сюда иди. Так. Верстак достаем. Наверное, чтоб нас тут никто не убил. Так, надеюсь, нас тут не убьют. Так, верстак. Делаем печушку. Ставим печушку. Так. Изжариваем. Ой, палки, нахрен я палки жарю. Так, отлично. Сейчас этот уголек используем для этого. Так. Пока жарится дерево. Мы оглядываемся. Ну, там, потому что здесь, по-моему, есть такие мобы, какие на свет идут. Отлично, луна садится. Это охрененно. Так, я все равно продолжу путешествие утром, потому что в джунглях жить это очень опасно, это не выход. Я продолжу свой путь, курица, стой, мать твою. Отдай мне свое мясо. Извиняюсь, друзья.
Ну что ж, я на этом закончу, а продолжим мы свое путешествие в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Конор. Всем удачи и пока.